Жару сбило льдом в прямом смысле слова. В Ядринском районе выпал град размером с рублевую монету. Температура воздуха резко упала. В социальные сети стали выкладывать видео. В комментариях много тех, кто был рад временному похолоданию. А вот авторы ролика, которые прислали в нашу редакцию, говорят об обратном. Огородники подсчитывают убытки. Сегодня 14 июля. Посмотрите. Град. Ураган. В регионе сохраняется высокий уровень погодной опасности. При этом метеорологи прогнозируют грозовые фронты, прохождение которых будет сопровождаться ливнями и шквалистым ветром. Поэтому людей просят соблюдать осторожность и ни в коем случае не прятаться от грозы под деревьями.